Из Сочи только с приятными новостями. Приморский «Адмирал» провел матч против хозяев предсезонного турнира хоккеистов клуба «Сочи». Первая 20-минутка стала периодом обоюдоострых атак. Обе команды шли на штурм ворот соперника раз за разом, но это принесло плоды только в конце 20-минутки. Чудинов забросил от синей линии и вывел «Адмирал» вперед. Через минуту Берлёв и Чебыкин вышли на ворота противников 2-1 и забили гол в раздевалку. Ассистентом стал вратарь моряков Павел Хомченко. Во втором периоде Сочи начал активнее переходить из защиты в атаку, но дальневосточники держали оборону. Заработанное моряками большинство помогло им закрепить преимущество. Как только на лед вернулся пятый игрок «Леопардов», Емец с передачей Бутулина забросил и сделал счет 3-0. Новый период, новые атаки. Уже на его третьей минуте Сидлеров воспользовался замешательством Третьяка и сделал счет разгромным. Завершил голевую феерию Гравац, который прошил вратаря соперника за минуту до окончания матча. Как и в известной песне группы «Чайф», итоговый счет 5-0. «Адмирал» одержал победу в трех матчах подряд и досрочно стал победителем турнира «Хоккей Сочи Опен». Завершающую игру в Сочи команда Тамбиева проведет уже завтра.